Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 29 декабря 2021 года. У нас день. Вася спит. Я хотела показать, как миленько он это делает. Он закрылся. Он лежал на боку, весь вытянулся, лапки вытянул, не в клубочке. Видимо, ему здесь тепло, он не заворачивается в клубочек. И так миленько там спал, как вот котеночек на боку. Восенька. Восеньку. Опять же пришли беспокоить. Вася, к кому сегодня невеста приедет? Вась. К Ваське приедет девочка Даша. Будем знакомиться с Дашей. Не знаю почему. Сделала вчера, загрузила видео про то, как Васька бегал в колесике. И там YouTube почему-то постоянно отключает комментарии. Там видео всего на 2 минутки. Ничего такого криминального там нет. И почему YouTube отключает комментарии, не знаю. Я уже редактировала, там исправляла. Ой, прячется от нас Вася. Василий. А, понюхай мои ручки. Васенька. Не бойся, нюхай ручки. Нюхай. Нюхай ручки. Не бойся, Васик. Васюся. Пыхтит, сопит, не нравится ему. Скажи, кому понравится, когда тебя разбудили и побеспокоили? Он носом меня пихнул, а я испугалась. Так, ладно, оставим его в покое, не будем его пугать. Ждем приезда Даши. И если вам интересно посмотреть на знакомство Даши и Василия, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. С наступающим всех новым 2022 годом тигра. Всем пока-пока. До новых встреч.